Швейцарская спортсменка Ноэми Сильберер готовится продемонстрировать нам свою короткую программу. К сожалению, сборная Швейцарии осталась без своего лидера, без обладательницы двух серебряных медалей последних чемпионатов Европы, Сары Майер. Ну, так бывает. И когда лидер на некоторое время выходит из строя, его место занимают другие, не исключено, что может получиться очень удачно. Фортепианная пьеса «Утешение номер 3» композитора Ференца Листа. Очень хорошее выступление, утонченные линии и, в общем, довольно четко справилась с большинством элементов. Единственное, что не получился каскад у Ноэми Сильберер. Не сумела она чисто выехать после первого тройного прыжка, и поэтому этот элемент засчитан не будет. Довольно странно, что поставила аксель в 2,5 оборота не в начало программы. Чаще всего аксель как один из наиболее физически сложных прыжков, хотя, может быть, и не самый трудный по технике, но самый эффектный и наиболее высоко ценимый прыжок в фигурном катании ставят спортсмены в начало программы, когда они еще полны сил, полны энергии. Но после всех прыжков поставила аксель Ноэми Сильберер и не прогадала. Аксель получился неплохим. Вот единственное, только осталось без каскада в итоге, потому как не сумела выехать после исполнения сальхо. Первым прыжком был достаточно неплохо исполненный лутц. А вот здесь выезда не получилось, и видим, что как таковой каскад пропал. Если судить по этому выступлению, то перспективы у Ноэми Сильберер неплохие, учитывая ее совсем нежный возраст. Только-только ей исполнилось 18, 8 января этого года.
Она уже успела принять участие в 4 чемпионатах Швейцарии на взрослом уровне и 2 последних года была в тройке призеров, занимая 3-е место и получая бронзовую медаль. Тренируется у Петра Грюттера. Несколько затягивается выставление оценок этой спортсменки, но, судя по всему, все-таки должны быть оценки чуть ниже по сравнению с выступавшей до того Карли Робертсон. Хотя бы по уже упоминавшейся причине, из-за отсутствия одного из обязательных элементов короткой программы каскада прыжков. Взяли арбитры паузу на раздумье. Ну, хорошая обстановка в швейцарском углу. Слез и поцелуев. Дебют получился вполне достойным для этой спортсменки. И вот, наконец, баллы, которые с нетерпением ожидают и сама фигуристка, и ее наставники. Хореографом выступает Саломе Брюннер. Неплохие, в принципе, оценки, и пусть она имеет уже в наступившем сезоне более 41 балла за короткую программу, тем не менее 35-18, и выходит она на вторую строчку, здорово опережая гречанку и около 5 баллов уступая Карли Робертсону.